двери закрываются. Следующая остановка. Уважаемые пассажиры, в случае обнаружения подозрительных или бесхозных вещей в подвижном составе, не прикасайтесь к ним и незамедлительно сообщайте полицию. Остановка. Четвертый троллейбусный парк. Уважаемые пассажиры, по постановлению Московской областной думы 1 августа 2015 года не предоставляется въезд на городском общественном транспорте для жителей Московской области. Использование персонифицированной льготной карты, сумма штрафа составляет 2500 рублей. Благодарим вас за своевременную оплату проезда.
белорусская, конечная.